Так, посмотрите, здесь земля. Вот это вот Таравита. 5 литров, 59 рублей. Вот она. И 10 литров. Вот там она внизу. 99 рублей. Это, господи, где же я забыла? Забыла, в каком я магазине. Так, торфяной субстрат для малопослабленных растений. 79 рублей. Скидка. Так. В Спаре я нахожусь. Вот я тютюн взяла. Я смотрите, это... вот это нормально, я понимаю. Вот, вот это вот у нас идет кабачок с овощами. 14 рублей 90 копеек. 100 грамм. То есть цена, я так понимаю, это скидка. А, ну это 70 рублей. Ой, а я тоже размечталась. Это 100 грамм, 16 рублей 40 копеек. А здесь на 105 рублей рагу. Ну, это как-то так. Я-то там думала. Ой, ну вообще, рожь пророщенная 29,90. Это чечевица. Это овес. Так, овес у нас тоже такая же цена 29,90. Чечевица пророщенная. Надо, не надо. Не надо. Так, вот тут у нас акции. Эти барилла стоят 49 рублей. Так, номер 3 и номер 5. Это вот стенд скидок. Хэнс у нас идет кетчуп 42 рубля. Вот он. Так, это у нас личи тоже. Конфетки особый шоколад 165 рублей. То есть, пожалуйста, барилла. Это цветные 143 рубля. Вот эти вот барилла. Так, ага. Крупская 117 рублей. 80 копеек, 200 грамм белочка. Вот, пожалуйста, можете зайти. Вот. Угу. Овсяные хлопья 33 рубля. Так, какой? Не требует варки. Нет, что-то я такого не доверяю. Когда не требуют варки. Так, а тут отварить 5 минут. Это хлопья пшеничные, все нарожные, ячменные разные. Так, а макарошки надо брать. Наверное. 49,90. Смотрите, здесь есть котлеты рыбные. Четверг. Из трески с горбушей. 300 грамм по цене 189 рублей. Но это... Рыбное мороженое, это со скидкой, а рыбные с трески с кальмаром тоже 300 грамм, 321 рубль. Что меня убило? Меня просто убили вот эти вот блинчики. Ну, разве могут быть хендмейд? Ручная работа. Нет, что я уж лучше сама. Обжариваем вручную. Вот видите, сибирская коллекция. Еще сибирская коллекция из Сибири. То есть там в Сибири вручную сделали, к нам привезли. Ну что, товарищи? То есть стоит это все 300. Значит, с малины 304 рубля, а с мясом 314 рублей. Офигеть, 400 грамм. Это вот эти вот. Ну, товарищи, как-то так, я не знаю. Так, а там какие-то блинчики тоже с мясом. Так, это у нас что за блинчики? Какие-то пакеты вообще. Ой, мама дорогая, что это такое? Нет, да. Капец. Да. Это у нас что, оладушки? Господи, оладушки можно и сами. Не, ну конечно, да. Конечно, можно. Ой, а это что такое вкусненькое, смотри. Так, в темном шоколаде. Клубника. Замороженная клубника в темном шоколаде. Ну-ка, давайте-ка посмотрим. В белом шоколаде и в темном. Ну, фиг ты там увидишь. И это стоит 139 рублей. Сейчас по скидке. Вот, малина. А, это я сейчас малину смотрела. Просто я смотрю, там есть клубника. Читаю. Клубника 139 рублей в темном шоколаде 100 грамм и малина в темном шоколаде 139 рублей. Малина в белом шоколаде тоже 139 рублей. Вот так вот. Ага, ну-ка. Что у нас тут еще? Черная смородина. Вот давайте посмотрим. Черная смородина 300 грамм 107 рублей. Смотрите, в Спаре тоже есть вот эти вот
цветочный каскад, вот эти вот горшки, стойка, 279 рублей она стоит. Ну, говорю, в магазине ряды это дешевле намного. Конечно, знаете, вот тапки тоже меня убили. Это вообще по 560 рублей, по 720 рублей. Так, знаете, извините меня, что я туфли, что ли, покупаю? Я не знаю, как-то цены поднялись, и меня они не радуют. Так, удобрения. Так, земля, ну я же тут ее показывала. Угу, скидка. Вот этот, вот этим порошком я стираю. Очень хороший биомио. Это натуральный, в смысле тут натуральный. 87% натуральных ингредиентов, экологический, действительно хороший порошок. Стоит он, конечно, 481 рубль, но он этого стоит. Хватает вот, тут 1,5 килограмма, но он весь без запаха, гипоаллергенный, но он концентрированный, то есть хватает надолго его. Вот такой порошок. Я все-таки считаю, что здоровье – это важно. Можно что-то не купить, но порошок надо покупать хороший. Вот также здесь вот есть кондиционер. 376 рублей. Я его заказывала на сайте. Надо будет посмотреть, сколько он там стоит. Может быть, и здесь надо будет брать, а не там. Да, вот это вот кондиционер для белья, который в фикс-прайсе стоит 99 рублей. По-моему, в фикс-прайсе он, по-моему, тоже 99 рублей. Вот. Но здесь по скидке сейчас. И срок до завтра. На 9 мая. Вот чуть опять не взяла маску. Смотрите. Вот, ой-ой-ой. Сейчас упадет у меня. Вот это вот маска для лица питания с экстрактом. Ну, понимаете, гиалуроновая кислота меня опять чуть не подкупила. 62 рубля стоит. А это лифтинг. С экстрактом граната, роза, овса, алоэ вера, гиалуроновой кислоты, маслом зародыша пшеницы. Одна штука. Вот, смотрите, какой продукт обнаружила. Соляная арома пиала. Но она стоит 399 рублей. Так понимаю, она для бани. Вот. А, ну тут все как бы получается для бани. Такая есть роза. Это соль для ванны. Ой, не падать. Вот. Ну, там какие куски. Это 199 рублей, там 359 рублей. Капец. Так, мыло для бани. Тут все у нас для бани, для бани, баня, баня. Так, арома скраб для тела, для бани в сауне. Всем здравствуйте, меня зовут Ирина, город Санкт-Петербург. Сегодня сходил в несколько магазинов. Особо показывать нечего. Фикс-прайс не порадовал. Но я хочу показать мороженое. Я купила два раза. Купила как раньше. Здесь нету ни ГОСТа, ни написано, что он из сливок. Вот. Вот это мороженое, как было. Здесь ГОСТ. И написано пломбир 15% свежих сливок. Вот. Вот это мороженое. И мне писали... Вот. Сейчас. Вот такое вот мороженое. Мне писали о том, что мороженое, которое в рядах было, вкуснотеевое, коровка, вкуснотеево, ну что-то такое коровка. Там корова изображена. Что сливочное и все такое. Я его тогда купила, попробовала. Знаете, мне не хватило именно жирности. Вот после вкуса именно вот не было сливок. Чувствовалось. То есть, знаете, вот такой вот жирности именно не хватило. Вот тут вот, где... Вот меня напомнило. Понятно. Это крем-брюле. Сравниваю просто с пломбиром. Сливочным ни к чему. Вот. Они как бы похожи с той коровкой, но вот это, где написано сливки, и они по составу, я посмотрела, самые первые идут. Вот здесь, когда их попробуешь,
Вот здесь именно чувствуется это мороженое, как было. И вот это мороженое, как было, мне больше всего нравится. То есть, как раньше оно, да, себя не оправдало. Ну вот, ну и мороженое коровка мне тоже не мое. Почему? Потому что оно мне вот такое же после вкуса, как после этого, ну да, как сливки, вот во рту вкус сливок. Оно жирненькое такое чувствуется. Действительно, жирненькое такое. Вот. Не буду есть больше. Понимаете, вот именно состав, этот состав мне понравился больше. Здесь и густ, здесь и сливки, молоко цельное, сгущенное с сахаром. Масло сливочное, но масло сливочное и там есть. То есть все, и там далее остальное. Но, понимаете, еще раз говорю, вот как я вспомнила, как в детстве, да, это вот, вот оно, в детстве. Именно вот такое вот жирное, вкусное. Я не эксперт. Но именно это мороженое. Мне очень нравится именно то, что оно такое жирное мороженое. Мороженое на сливках должно быть жирное. А вот та коровка мне такой вкус дает. Поэтому я еще раз, конечно, его куплю для сравнения. И это мороженое куплю. Но именно вот это мороженое хочется есть и есть вот с удовольствием. А то я вот так поела и его даже не доела. Этот как так как съем, естественно, потому что это крем-брюле, я люблю. Но вот коровка, не знаю, ну это не мой вкус. Вот и все. Поэтому, может быть, кому-то нравится, но вы попробуйте. Вдруг вам понравится вот это вот как было. Правда, жалко, нету ягодного. Ягодное. Обожаю. Ладно, на этом все. Спасибо всем за внимание. Спасибо, что зашли на мой канал. Всех вам благ, крепкого здоровья, не болейте, чтобы все у вас было хорошо. Счастья в личной, семейной жизни. Соответственно, мирного. Берегите, любите своих близких. Деточек берегите, любите их, не забивайте их своим авторитетом. Растите из них личность. Ну и мирного неба над головой. Дружба между народами и уважение и взаимопонимание между разными вероисповеданиями. Все, всем до свидания.